Коллеги, поступил на разборку ризограф Риза РН 2000. Вот его показания счетчиков. 850 тысяч и 13 тысяч мастеров. Причина разборки — это деформация корпуса, следствием чего является перекос изображения. При односторонней печати это не смертельно, а при двусторонней печати под подрезку это проблема. Поэтому принято решение просто разобрать его на запчасти, дабы было чем ремонтировать ваши аппараты РЕН. Вот контакты наши. Если нужны запасные части, либо качественное сервисное обслуживание, пожалуйста, обращайтесь.